такое футбол? Футбол – это такая игра для спортсменов. Футбол – это вид спорта. Когда играют с мячом, забивать ворота. Такая игра, где надо пинать мяч, загораживать ворота. Вы смотрели или сами играли в футбол? Я играл и смотрел. Я просто играл. Я играл. Я нет. О, случай, мне его в руки. Руки его запульнули. Болели руки. Я играл. Я тоже. Я хороший вратарь. Я играл на приставке. Что означает желтая карточка? Я думаю, что это значит, что ты сделал не так. Это нарушение правила. Это, наверное, тогда мы трогаем мяч. Не знаю. А красное? Красное значит нарушение. Обозначает, что вы нарушили правила. Если руки взял, то красная карточка. Сколько длится футбольный матч? Иногда час, иногда, может, больше даже. У нас это быстро. У нас у этого дворе быстро проходит. Ну, у нас немножко долго. 20. Или на 7 часов. Какой ваш любимый футболист? В садике больше нравилась футболистка Полина, потому что она лучше всех забивала, останавливала. А мне Роналдо. Бежал. Мне Месси. Ну, потому что у него есть 8 кубков золотых. Не знаю. У меня есть друзей Богдан. Он нормальный вратарь. Лучше, чем я. Майкл Джордан. А как вы думаете, в какой стране самая сильная сборная по футболу? Вот с Америкой сходится. Она сильная, я думаю. Очень, потому что она выносливая. Россия. Мне тоже кажется, что Россия. В России. Наверное, Спартак. Конечно же, Россия.